Привет! Авалонские пути вышли уже очень давно, и многие помнят прошлые ролики, связанные с ними. Так вот, сегодня в ролике вас будет ждать открытие тех самых сундуков 8 тира. Вы уже знаете, насколько загадочен и опасен Авалон, поэтому догадывайтесь, какие приключения вас будут ждать впереди. А если нет, то вы сможете увидеть неожиданные сражения и удивительные события, которые происходили со мной на Авалонских дорогах. Обязательно смотрите ролик полностью. Погнали! Everybody's payroll. It's no rap benefit, ain't a cash flow. I'm the glow, they don't wanna do more. I'm on everybody's payroll, payroll, pay. I'm on everybody's payroll. It's no rap benefit, ain't a cash flow. I'm the glow, they don't wanna do more. I'm on everybody's payroll, payroll. I check the time, look at my wrist. All I see is ice, only got time for the biz. No time for the drama, so I keep a checklist. It says money, 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 that's about it. I'm too busy, cause don't text me. Y'all bitches upset me, if you come and come directly. I'm Yanni, y'all be boring. I'm Gucci, Ralph Lauren. 20 feet, but a push is foreign. If it ain't first class, not boarding. I'm on everybody's payroll. It's no rap benefit, ain't a cash flow. I'm the glow, they don't wanna do more. I'm on everybody's payroll, payroll. Вот как вы думаете, что значит плохой день в Альбионе? Уверен, у каждого найдется парочку неудачных моментов в игре, о которых можно так сказать. Но я хочу показать по-настоящему плохой день в Альбион Онлайн. Этим иностранцам очень не повезло. На их примере я показал, как важно быть внимательным и осторожным.
Как-то раз я бежал с Авалонских путей в город, и по дороге попалась группа, которая забирала форпост. На секунду заскочил посмотреть, что там происходит, и поехал дальше. Но, к удивлению, за мной погнался боевой мамонт. Думал, что хотят где-то поймать и убить. К счастью, оказалось, что это зритель канала. Было немного неожиданно. Мы немного поговорили, и я поехал дальше. Так вот, я хочу выразить огромную благодарность вам за то, что вы меня смотрите. И мне очень приятно, что мои ролики могут вас радовать и чему-то обучать. А на этом все. Ставьте лайк, комментируйте и подписывайтесь на канал. До следующих видео. Пока!